Набираем цепочку из нечетного количества воздушных петель. Плюс 2 петельки делаем для подъема. Накид. И вводим крючок в третью петлю. Петельку на крючке мы не считаем. Раз, два, три. Вытягиваем ниточку. На крючке у нас 3 петли. Захватываем рабочую нить и протягиваем через все 3 петельки. То есть мы провязали полустолбик с накидом. Воздушная петля. Одну петельку мы пропускаем. И в следующую петлю повторяем наш полустолбик с накидом. Захватываем ниточку. И все 3 петли провязываем сразу. Воздушная петля. В эту мы провязали. Следующую пропускаем. В эту провязываем 3 петельки. Захватываем ниточку. И протягиваем через все 3 петли. И вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда, сделали 2 воздушные петельки для подъема, накид. Теперь мы петельку захватываем через отверстие между столбиками. Все точно так же, только крючок мы протягиваем не через петлю, а через отверстие между полустолбиками предыдущего ряда. Полустолбик с накидом, воздушная петля, накид и в следующее отверстие. Все 3 петельки провязываем. Воздушная петля, накид, вытягиваем нить. Провязываем. В конце ряда провязываем наш полустолбик в отверстие, полученное от петель подъема. Закончили ряд. 2 воздушных петли. Поворачиваем вязание. И все у нас повторяется. Накид. Крючок в отверстие вводим. Провязываем все 3 петельки. Воздушная петля, накид. Полустолбик провязываем. Воздушная петля, накид. Вот, в принципе, весь узор. Далее он повторяется до бесконечности. Пробуйте разную пряжу, разные сложения нитей. Смотрите, какая плотность вам больше узора нравится. Ну, всем пока, до новых встреч!